Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами Лысый Петр, и сегодня мы играем «Дожить до рассвета». Просто, думаю, очень шикарная игра, можно водить лицом персонажа. Вы посмотрите на эту графику, блин, офигеть. Она, видите, как бы плачет, даже вот видно слезы, которые еще не стекли, офигеть. Так, начинаем новую игру, смотрим заставку, эффект бабочки, классный фильм. Есть там вроде бы три части. Все три части я смотрел. Очень классный фильм. Ребят, тоже посмотрите, если вы не смотрели. Русская озвучка. Все на русском. Субтитры я убрал. Зачем мне нужно, не знаю. Сейчас посмотрим. Мне кажется, игра будет суперская. Ваши действия могут повлиять на развитие сюжета. Нифига. Это получается как интерактивное кино, как то же самое, что у Minecraft Story Mode, но, мне кажется, оно глубже. Ваша история является одной из многих альтернатив. Да, круто. Тщательно взвешивайте каждое решение. Ух ты, блин, какая графика! Ты правда на это решилась? А вам не кажется, что это слишком жестоко? Да брось, она это заслужила. Разве она виновата, что запала на Майка? А с какой стати она на него вешается? Я просто защищаю Эми. Если он президент класса, это не значит, что он принадлежит всем. Нет, Эми, я ничей парень. Конечно, конечно, милый. Майк, это Ханна. Ханна? Как будто фильм смотришь, офигеть. Эй, кто это там? Папа сказал, на выходных мы одни. Джош! Джош! Так, о, можно играть. Ладно, пошли. Играю с девушкой в лосинах почему-то. Ну ладно. Так, Джош, как тебя можно потрогать? О, подожди, там что светилось? Вот. Нет. Просто я проходил и Heavy Rain, и Две души. Так что такие игры мне более-менее знакомые. Ну давай, осмотримся. Блин, пыль. Надо бы пропылесосить воздух, ребят, вы чего? Так, а как к нему подойти? Может так? Обучение, чтобы смотреться. А, понятно, можно просто нажимать. Возьми. Ого! Вертеть можно. Ну ты даешь. Да, братец, ты, как всегда, отличился. Напился он древнего какого-то рома, не знаю, как викинг настоящий. Хоть он похож на сопляка, чем на викинга. Бумажка, секретная бумажка, давай посмотрим. Опа! Ханна, ты такая, вау! Ясно. О, господи. Ну, что там опять с нашей наивной сестренкой?
Твоя записка. Рад, что ты пришла. То есть начать потихонечку. Ну, с поцелуев. А там как пойдет. О, да, детка. О, Господи, она раздевается. Что? Господи Боже! Мэтт? Что вы здесь делаете? О. Ханна! Прости, Ханна, нет, стой! Нехорошо. Это просто такая глупая шутка. О. Черт! Вот вы, подонки! Вы все! Ханна! А, чего? Подожди, не понял. А, выбирать. А, разбудить Джоша, найти друзей. Бежали. Найти. А, все понятно, да. Угу. Ребят, там кто-то ходит. Что за хрень? Ханна! Что такое? Куда это она пошла? Да она просто шуток не понимает. Мы просто пошутили, Ханна. Что вы сделали? Мы дурачились, Бэт. Ну, пошутили. Да вы дебилы! Ханна! Ханна! Ну, может, догоним? Знаешь что, Майк, тебе она сейчас вряд ли обрадуется. Правильно, ну нафиг. Так, кубки есть, все хорошо. Экшен! Ого! Давай, 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 давай. Быстро, безопасно. Безопасно, конечно, от чего? Ноги себе сломаешь, перломаешь сейчас. Догоним, не бойся. Далеко она не убежит. Следы есть там? Так. Офигеть, просто так, куда-куда? Направо, налево. Киношум. По следам, конечно. Там у тебя шум, может ее кто угодно быть, хоть тролль какой-нибудь. Оу. А света, походу, все-таки не тот. Боже, твою мать! И что делать нам? Что у тебя, Ханна? Где ты? А, нифига. Ханна! А, это как фонарик получается, прикольно. А, понятно. Пошли искать. Ищем Ханну. Да, жалко, что нет у меня, конечно, меча какого-нибудь. Или факела, но у нас только есть лазерный телефон. Блин! Так, дерево, спасай меня. Идти быстрее, да, надо быстрее идти. Я бы вообще побежал сейчас бы. Но походу мы так долго бегали, что устали. Эй! А вдруг она на дерево залезла? Посмотри внимательно. Так, что это такое? Бери. Тотем смерти. А, тотем смерти, так. Офигеть. Значит, кто-то сейчас умрет. Кто-то упадет на камень какой-то, сломать себе хребет. Это плохо. Так, это очень плохо. Я так понял, что никак это предотвратить нельзя. Так, там что-то было. Что-то светит, побежали. Какой-то маг пускает огонь изо рта. Побежали, посмотрим. Там, походу, представление. Ханна, ты же замерзнешь совсем. Вот, держи куртку. Я такая дура. Идиотка. Ханна? Ханна?
черт! Нет! Прям как раз камни, блин. Держись! Держись! А, блин, кого нет? Прости меня! Да ладно! Чёрт! Походу, я всех потерял персонажей. Психоаналитик? Офигеть, что это было такое? Прежде чем мы начнем, послушай меня. Очень важно зарубить кое-что себе на носу. Никто не в силах исправить прошлое. Оно нам не подвластно. С этим надо смириться, чтобы жить дальше. Но это понимание также дарит свободу. Все, что ты делаешь, все твои решения открывают двери в будущее. Помни об этом, когда будешь играть в игру. Каждый твой выбор влияет на твою судьбу и судьбы тех, кто рядом. Итак, ты хочешь приступить к этой игре? Большой шаг. И я буду тебе помогать. Порой эти вещи бывают немного страшны. Даже жуткими. Но не забывай, даже если ты влипнешь в совсем неприятную ситуацию, я всегда помогу тебе найти из нее выход. Ладно. Начнем с простого упражнения. Пожалуйста, переверни карту и посмотри, что на ней за картинка. Опиши свои чувства. Только, пожалуйста, отвечай честно. Это очень важно для достижения эффекта. Ну, давай. Ладно. Итак, какие чувства вызывает у тебя эта картинка? Но только честно. Думаю, радость. Хорошо. Что именно в ней самое приятное? Солнце. Ясно. А каким словом ты опишешь свое отношение к темноте? Страх. Вот как? Любопытно. Я родом с севера Швеции. Там ночи длятся по 18 часов. Как думаешь, почему ты боишься темноты? Ну, это вполне естественный страх. Темнота — это нечто незримое и неизведанное. Следовательно, что может пугать сильнее, чем известность? Увы, время нашего сеанса истекло. Ну, увидимся скоро. А пока рекомендую держаться по возможности подальше от темных мест. Блин, офигеть, вот это начало.
У нас будет супер приключение, ребят. Сегодня годовщина ужасной трагедии, разыгравшейся на горе Вашингтон. Ты, Энни Клайн, вела расследование. Спасибо, что позвали. Скажите, удалось ли приоткрыть завесу над исчезновением девушек? Год назад сестры Вашингтон вышли из дома своих родителей в метель и больше не вернулись. Убийство? Официально нет. У нас есть один подозреваемый, но о его местонахождении ничего не известно. У него был старый конфликт с семьей Вашингтон. Требовал прекратить строительство, заявлял, что это священная земля его предков. На горе сохранилась старая психлечебница. Он может скрываться там. Мои люди обыскали тут все. Девочки не могли бы уйти так далеко. Трагедии не в первый раз случаются на этой горе. И не говорите. Спасибо за рассказ. Болезнуем этой семье. Сыну Джошу спустя ровно год после таинственного исчезновения Ханны и Бет Вашингтон. Ну, здравствуйте, друзья. Так, нет, еще раз. Так. Ну что, привет, мои друзья. Неимоверно счастлив видеть вас всех здесь год спустя. Для начала хочу сказать, что безумно рад поприветствовать всех своих дорогих друзей на ежегодных зимних каникулах в Блэквуде. Та-да! Что ж, давайте начнем, пожалуй, с самого, ну, как сказать, самого щекотливого вопроса. Вы все, конечно, переживаете за меня, и всем нам будет нелегко вернуться сюда после того, что случилось здесь прошлой зимой, но я хочу, чтобы вы знали, я очень ценю нашу решимость, и я точно знаю, Ханна и Бет оценили бы то, что мы до сих пор вместе и думаем о них. Я бы очень хотел, чтобы мы все здорово провели здесь время, и пусть эти каникулы будут незабываемыми. Ради моих сестер. Ну, в общем, ладно, так. Короче, теперь мы оттянемся как порнозвезды. Поездка будет просто незабываемой. Готовы? Да! Думаю, ребят, здесь мы с вами закончим. Да, игра офигенная, будем ее проходить полностью. И даже очень скоро я, скорее всего, пройду полностью, потому что очень интересно, буду снимать по ней очень много серий. Ладно, ребят, с вами был Лысый Петр. Подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.